Евгений Викторович, здравствуйте. Знаем хорошее у вас настроение в делах, в работе. Да. И есть слух, что вы идете в народные депутаты. Так это или нет? Ну, сегодня привыкли говорить «бажаю здоровья», бо дела на фронтах не особо радуют, и организация всего происходящего тоже. Поэтому, как вижу, повстречавшись с многими представителями, никто не говорит о завтрашнем дне. Все вспоминают вчерашний. Поэтому вижу, что необходимы радикальные перемены, и мы сделали свой выбор. Только радикальными методами мы будем менять страну к тому, что требуют люди, в стремлении, чтобы жизнь на Украине стала лучше. Что вы можете пожелать радикальной партии Олега Валерьевича Ляшка и лично ему, нашему лидеру? Ну, если взял вилы или лопату, это орудие труда, надо копать, колоть, бросать, у кого насколько силы хватит. У кого поменьше силы, значит, будем брать меньше, кидать дальше. У кого побольше, значит, будем брать больше, все равно будем наводить порядок. Спасибо большое. Благодарю.